Здравствуйте. На часах 20:30. В прямом эфире новости. Я Елена Бурасова. Главное сегодня. В краевой центр приехали руководители Российской Федерации хоккея с мячом Николай Валуев и Борис Скрынник. Какие вопросы, связанные с развитием этого вида спорта в регионе, они обсудили. В поселке Епишино Енисейского района сегодня заработала бесплатная ледовая переправа, когда по зимнику пустят не только легковые машины, но и грузовики. Парк флоры и фауны Руев-Ручей открыл для посетителей двери служебных помещений. Как выглядит лаборатория для разведения рептилий и на какое зимнее меню переводят жирафов? В Красноярск прилетели представители Федерации хоккея с мячом России. В числе почетных гостей президент Национальной и Международной Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник, депутат Государственной Думы, вице-президент Федерации России Николай Валуев. Они пробудут в краевом центре 3 дня. Сегодня гости побывали на стадионе «Енисей». Подробности у Анны Московских. Представители Федерации хоккея с мячом России приехали сегодня в Красноярск. И, конечно, одно из первых мест, куда они отправились, это стадион «Енисей». На льду в это время проходила тренировка юных хоккеистов. Депутат Госдумы и вице-президент Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев пообщался с ребятами и сфотографировался со всеми желающими. А после делегация переместилась в подтрибунные помещения. Здесь прошла встреча, в которой приняли участие представители хоккейного клуба, министр спорта Сергей Алексеев и генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады 2019 Максим Уразов. Одной из главных тем обсуждения стал будущий стадион, который появится на месте существующего. Реконструкцию должны начать уже в этом году. Финансировать работы будут из федерального бюджета. Я не знаю, Сергей помнит Ломанов или нет, как раз он говорил, что он еще до этого говорил, что нужен нам стадион хорошего уровня, крытый. И вдруг ни с того ни с чего Виталий Леонтьевич сам даже сказал, что нужно, это несколько лет назад, что в Красноярске нужно построить стадион. Ничего себе, может уже Ломанов с Мутко переговорил, что ли? Так что никаких не было таких разногласий, по-моему, и всем понятно, что здесь и для команды нужен, команда очень здорово играет, и город очень, болельщиков много ходит, поэтому проблем не было. Поговорили и о популяризации русского хоккея, как его называют в мире. Сейчас в бенди начинают играть даже такие страны, как Китай и Черногория. Так что у него есть перспективы стать олимпийским видом спорта. Федерации намерены провести также ряд креативных мероприятий. Например, хоккейный матч на Красной площади в Москве или необычный турнир, который планируется провести в Архангельской области. Туда приедут представители вновь созданных команд, которые сыграют, встретятся в импровизированном товарищеском матче, который будет проведен по олимпийской системе прямо на, не на берегу, а на льду Соловецкого озера. Это впервые такая практика будет проведена. Она, я уверен, будет способствовать и развитию, и популяризации русского хоккея в принципе. Делегация столичных гостей пробудет в Красноярске 3 дня. Запланировано много встреч, и министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев не скрывает, он ждет серьезных результатов. Они мыслят о наших проектах. Конечно, мы хотим поддержки увидеть их как в получении федерального финансирования на объект реконструкции, но и мы будем проговаривать вопросы проведения крупных мероприятий, таких как чемпионат мира среди молодежи и таких как чемпионат мира 20 либо 21 год взрослых. Красноярск заслужил этого. Мы надеемся, что руководитель федерации нас в этом направлении поддержит. А на прощание красноярцы подарили гостям сувениры – хоккейные клюшки с символикой универсиады. Кстати, Николай Валуев отметил, что собирает коллекцию таких подарочных клюшек. И сибирский президент, несомненно, займет в ней почетное место. Анна Московских, Максим Галат, Всеволод Никитин. Новости. Главным событием в крае на этой неделе стало выступление губернатора перед правительством и администрацией. Основные тезисы главы региона разбираем в программе «Итоги». Как будем жить в этом году? Какие направления развития будут приоритетными и за счет чего будут прирастать доходы бюджета? Главный акцент, который сделал губернатор, должен повыситься общий уровень жизни, но при этом надо не ждать помощи извне, а рассчитывать на собственные силы. Еще одна тема, которую активно обсуждали на этой неделе – экология в Красноярске. Во вторник в краевом центре впервые был введен режим второй режим НМУ, то есть неблагоприятных метеорологических условий.
Редакция итогов выясняла, почему так происходит и кто контролирует состояние окружающей среды. Кроме того, журналисты итоговой программы разбирались в тонкостях туризма, как изменилась ситуация после того, как несколько крупных туроператоров были занесены в черный список и куда теперь предлагают летать жителям края. Не забудьте включить свои телевизоры. Программа «Итоги» выходит в эфир в воскресенье в 18:30. Ну и к другим темам. В Енисейском районе автовладельцам больше не нужно платить за переезд через Енисей. Сегодня возле села Епишино открылась бесплатная ледовая переправа для машин весом до 5 тонн. До этого перебраться с берега на берег водители могли только за деньги по зимнику рядом с поселком Потапово. Именно от ледовых переправ зависят населенные пункты Енисейского и Северо-Енисейского районов. И накануне еще один переезд через главную реку края был открыт возле поселка Широкий Лог. Через него лежит путь в Матагинскую стрелку. Как отмечают дорожники, установившиеся морозы позволят быстро нарастить толщину льда, и тогда по переправам смогут проехать не только легковые машины, но и грузовики. Погода идеальная, как раз сопутствует нашим заливкам, помогает погода, в общем, безветренно. Ну, маленький ветерок есть, это ничего страшного, а так замерзает быстро и хорошо. Ну и продолжая тему погоды, уже этой ночью в краевом центре столбики термометров перешагнут отметку в минус 35 градусов. Ну и такие морозы, к сожалению, продержатся вплоть до четверга. Ночные температуры в эти дни будут колебаться от минус 35 до минус 31 градуса. Светлое время суток от минус 30 до минус 24, и лишь в пятницу холода отступит. Синоптики гидрометеоцентра обещают в последний рабочий день следующей недели потепление до минус 14 градусов. Ночью до минус 23. Погода будет ясная и безветренная, осадков также не ожидается. Отмечу, нынешний январь на 13 градусов холоднее нормы, мороз стоят во всем регионе, кроме севера. Над Норильском завис циклон, который принес тепло. Ну, Минусинске планируют открыть музей уездной медицины и реставрационные мастерские. Для этих целей в городе появились новые площади. Одно из своих зданий, музей имени Мартьянова, отдали золотопромышленники. Кроме того, освободившийся жилой дом, в котором провел последние годы основатель старейшего в Сибири храма истории, провизор Николай Мартьянов. Подробности в сюжете далее. В Минусинске планируют открыть музей уездной медицины и реставрационные мастерские. Для этих целей в городе появились новые площади. У нас есть вот такие колбы всевозможные, большие, которые как раз здесь выпускались. Бутылочки для микстур различных. До открытия музея медицины еще далеко, однако главный хранитель Ольга Боярченко уже может провести экскурсию, рассказать о развитии сферы здравоохранения и аптекарского дела. Экспонатов сотни – это фотографии, документы, медицинское оборудование. Эти предметы собирали в течение 140 лет. Многие принадлежали самому Николаю Мартьянову, который не только основал старейший в Сибири музей, но и является родоначальником аптекарского дела, первым провизором на юге края. Аптека занимала большую часть его жизни, поэтому какие-то предметы мы выставляли, естественно, и фотографии, и аптекарское оборудование выставлялось. Но новый музей – это будет новая экспозиция, это совершенно новый взгляд, так сказать, новые темы какие-то будут раскрыты. Разместят музей в здании, где провел последние годы Николай Мартьянов. На первом этаже располагалась его аптека, на втором – жилые помещения. Несколько лет назад этот дом попал под программу переселения из ветхого аварийного жилья. Людей расселили, а здание – объект культурного наследия – передали музею. Кроме выставки, посвященной уездной медицине и аптекарскому делу, в новом здании также откроется мемориальная комната Николая Мартьянова. Сохранилось кресло, в котором провел свои последние дни основатель музея. Он был болен и не мог ходить, когда наблюдал за работой учреждения из окна своего дома. Еще одно здание по улице Горького музею подарили золотопромышленники. Сейчас сюда перевезли большую часть фондов, которые насчитывают около 180 тысяч предметов. А в дальнейшем здесь появятся мастерские для реставрации экспонатов. То сегодня ставится вопрос о том, чтобы при музеях, крупных музеях создавались реставрационные центры. А для этого нужны площади. Поэтому мы этому приобретению, вот такому подарку рады. Открыть реставрационный центр и музей медицины планируют в 2017 либо в 2019. Через год музей отметит 140 лет. А в конце десятилетия будут праздновать круглые даты, связанные с днем рождения Мартьянова и его переездом в Минусинск. Сейчас специалисты работают над концепцией нового музея, после чего начнется поиск финансов на реставрацию здания. По предварительным оценкам, она обойдется в 20 миллионов рублей. Артем Ахальников, Станислав Беркий. Новости.
Сегодня в Красноярском парке флоры и фауны Руев ручей провели необычную экскурсию. Сотрудники зоопарка на один день открыли для посетителей двери своих служебных помещений. Гостям продемонстрировали, как готовить корм для животных, рассказали, в каких условиях зимуют звери, и даже показали закрытую лабораторию, где разводят сотни видов экзотических питомцев. Подробности у Александра Ловецкого. Одна из площадок так называемого закулисья парка флоры и фауны – это вольер с жирафами. Один из плюсов такой экскурсии в том, что животных здесь можно наблюдать в непосредственной близости. Нам даже разрешили их покормить. Правда, чтобы жирафы начали есть наше угощение, пришлось немного подождать, не двигаясь. Жирафы, несмотря на свой размер, животные пугливые, к новым людям привыкают очень долго, объясняют зоологи посетителям необычной экскурсии. А вот к новым угощениям относятся хорошо. Вместо африканской листвы и фруктов с удовольствием кушают наши овощи. Зоологи даже показывают, как приготовить салат для жирафа. Это у нас заготовочная кухня. Здесь мы получаем, нам с кухни отправляют корма, и здесь мы доводим до полной готовности. Это у нас капуста, морковка, также лук, яблоко и сыпучие корма. Овес дробленый, цельный, отруби. А это уже другая площадка. Здесь посетителям рассказывают, как правильно кормить тропических обезьян и грунок. Эти приматы очень маленькие, всего около 20 сантиметров, поэтому неживая пища должна быть мелко порезана. Что может кушать обезьянка, которая похожа на человека? По анатомии. Ягодки. Ягодки на деревьях. Ягодки – это сладкие сочные фрукты. Необычную экскурсию назвали «Роев закулисье». Кроме зоокухни, гостям парка показывают, в каких условиях зимуют тропические животные. Одно из самых интересных мест – секретная лаборатория, где разводят десятки видов земноводных и ящерицы, которая буквально кишит насекомыми. Показать другую сторону жизни зоопарка решили не случайно. За 15 лет его существования у людей накопилось много вопросов о том, как ухаживают за необычными питомцами в суровых сибирских условиях. Я понимаю, там когда там белый медведь, там еще какие-то хищники, там все просто. А вот именно как показали, как это обезьянки. Вот жирафы как живут зимой, перезимовывают. Потому что это непростое дело, я так понимаю. Подобный проект в парке реализуют впервые, но в планах руководства сделать мероприятие закулисье традиционным. Уже сейчас здесь размышляют, какими новыми секретами они готовы поделиться с посетителями. Будем добавлять помимо основных зон, где у нас содержатся животные, хозяйственные части, такие как отдел кормления, да, вот, но сегодня он уже был, ветеринарную часть вполне возможно покажем. А пока посмотреть на дебютный показ закулисья, несмотря на 30-градусный мороз, пришли около 50 человек. Сотрудники Роева ручья говорят, для пробной экскурсии это почти аншлаг. Александр Ловицкий, Максим Галат, новости. Ну и к этому часу у меня все. Оставляйте свои сообщения и звоните нам по номеру телефона 236-0136. Заходите на наш сайт www.enisei.tv. Итоги дня подведем в 23:30. Я с вами не прощаюсь. Приятного завершения вечера.